Десертная Исаева, яблони с небольшими плодами массой около 100 грамм. Сорт хорош тем, что дает урожай ежегодно без периодов покоя. Первые плоды приносят спустя 4 года после посадки. Десертная Исаева устойчив к парше, но не исключено заражение другими болезнями, поэтому важно периодически его удобрять. Кроме того, дерево необходимо защищать от вредителей. Для этого первые 5 лет нужно обвязывать лапником, это послужит хорошей защитой от грызунов. Сорт не самоопыляется. Съем плодов с деревьев начинается уже с конца августа. Если яблоко приобрело малиновый румянец, значит его можно снимать с дерева. Свежие яблочки содержат много сока, по вкусу сладкие с небольшой кислинкой. Яблоки можно хранить около месяца.